Всем привет, я Даша, это мой YouTube-канал о моде и стиле. Сегодня в нашем обзоре будет только бренд Lime. Я уже, пожалуй, выгляжу как амбассадор, но, к сожалению, только в этом бренде наиболее часто обновляются коллекции, и по трендам они стараются приблизиться к Zara и даже запустили премиальную линейку, как есть у бренда H&M. Давайте начнем. В этом обзоре будет много кожи, кашемира и в целом натуральных тканей, а еще мне бы хотелось отметить, что у бренда Lime уже второй год подряд мне очень нравятся осенние коллекции, поскольку много минималистичных и максимально комбинаторных вещей. Давайте начнем! Кожа со старинным эффектом стала ярким трендом как на подиуме, так и в стрит-стайл-образах последних недель мод. Зачастую это все оттенки коричневого, как на показе Miu Miu. Но Lime пошел немного дальше и сделал потертый эффект у костюма в нежно-розовом цвете, а сами потертости уходят в серый. Этот костюм не из натуральной кожи, но он не выглядит откровенно эко-кожей. Выполнен качественно, кожа мягкая, а за счет того, что есть подкладка, добавляется структурность. В первом образе, чтобы сделать его более собранным, я предлагаю дополнить костюм черными элементами и аксессуарами. Отдельно обращаю ваше внимание, что брюки идут не слишком длинные, поэтому я выбрала балетки, а не каблук. Эко-кожа в Lime не вся удачная, и так я не советую брать слишком тонкую, гладкую и тянущуюся вещь из эко-кожи. Вкупе с гипероблеганием образ с такой вещью точно не будет выглядеть стильно. Поэтому лучше отдавать предпочтение эко-коже, которой придали немного фактуры и имитации под натуральную кожу. Второй образ уже более легкий и мягкий по настроению, потому что мы уходим от резкого контраста и поддерживаем серый цвет потертостей на коже. Мне очень нравится по силуэту эта юбка, и именно джинсовые макси-юбки А-силуэта будут более долгоиграющими. Я ношу такую модель последние 5 лет. А вот ставшие популярными этим летом узкие юбки длины между миди и макси уже сходят на нет, в том числе ввиду слишком широкой представленности во всех брендах. Кстати, свитер в этом образе из 100% кашемира. Следующий образ с макси-юбкой больше про комфорт. У свитера тоже неплохой смесовый состав, подходящий на раннюю осень. Есть 20% шерсти. А обувь к этому образу можно варьировать, выбирая кроссовки на высокой платформе или же высокие ботинки. В прошлом видео я уже говорила об актуальности монохромных бежевых образов, а сейчас хочу показать еще одно актуальное и благородное цветовое сочетание – кэмел и серый. Один из самых запоминающихся вариантов лично для меня был мужской образ из коллекции Bottega Veneta этого осеннего сезона. Отдельно хочу отметить казаки в этом образе, они из натуральной замшевой кожи приглушенного оттенка и внутри очень мягкие и удобные. Радует, что Lime расширяет свои коллекции премиальным сегментом, заходя на территорию H&M, у которых также есть раздел Premium Selection.
На мне костюм тройка из натуральной кожи. Кожа сама по себе мягкая, есть подкладка. И во время примерки я не заметила, чтобы она окрашивала. Но нужно смотреть, конечно, как будет себя вести ткань в жизни. В идеале к этому образу, чтобы дополнительно не перерезать силуэт, я бы хотела надеть высокие сапоги, но их, к сожалению, не было в магазине, на сайте же они представлены. По форме очень напоминают классическую модель сапог, которая есть в Zara, и состав это также натуральная кожа. В премиальной линии также есть кожаные брюки прямого кроя и кашемировое пальто. Кашемировое пальто, конечно, очень мягкое, легкое, есть еще в серо-бежевом цвете, но стоимость сейчас, на мой взгляд, слишком завышена – 50 тысяч рублей, особенно для масс-маркета. В этом образе идет акцент на необычную блузу с воланами. Что в ней хорошо, так это объем, а объемные воланы и оборки всегда смотрятся более выигрышно. Подобные блузы есть сейчас в новой коллекции Andada Stories, и бренд предлагает их надевать с джинсовыми макси-юбками. Единственный момент, обратите внимание, что такие блузы не стоит надевать под жакет, поскольку оборок много, и они некомплементарно собираются под жакетом, создавая ненужный объем. Но при этом есть и блузы с оборками, которые выглядят достаточно вяло, у них куцые воланы, которые только простят образ, и в таком случае лучше отдать предпочтение простой блузе без декора. А еще мне не понравилась, к сожалению, рубашка с аппликацией в виде цветов, ей как раз также не хватило объема. В кожаной коллекции хочу отметить также мини-юбку самого комплементарного А-силуэта. А вот облегающие мини-юбки, которые сужаются к подолу, могут только подчеркнуть недостатки фигуры. У меня, кстати, есть похожая по форме юбка от Arket, которая очень комбинаторна и вписывается как в летние, так и в демисезонные образы. С этой юбкой я также примерила сет из кардигана и водолазки без рукавов. Состав обоих изделий – это 100% шерсть. И такую водолазку без рукавов также очень удобно зимой надевать под джемпер с невысокой горловиной или же создавать многослойный образ, надевая под рубашку, а сверху накидывать жакет. Такие сочетания часто встречаются у бренда The Row, например. Эти комбинированные брюки я, к сожалению, не видела даже на сайте, и, скорее всего, их очень быстро разобрали, потому что и в магазине они были в единственном экземпляре в размере M. А именно такие нестандартные модели всегда лучше отлавливать онлайн. Что касается в целом таких деконструктивных вещей, я советую не поддерживать их такими же сложными, а наоборот сочетать с чем-то лаконичным, чтобы не перегружать образ. А это белое полупальто мне напоминает объемные жакеты, которые были в этом сезоне у бренда Saint Laurent. Сочетать такую модель как раз хорошо с облегающими юбками карандаш. В составе у пальто 50% шерсти и есть также в черном цвете. Но белый, конечно, в данном случае смотрится более выигрышно и ярко.
Этот образ максимально прост и лаконичен. По сути, это просто переосмысление привычного образа для работы, когда вместо обуви на каблуке мы надеваем балетки. И если в прошлом видео я примеряла атласные балетки, которые совсем не практичны и не подойдут для жизни, то эта модель уже из натуральной кожи, причем достаточно мягкой. И мне нравится сочетание балеток со структурными юбками миди и макси, или же вообще с брюками. Смотрится это свежее, чем с мини юбками или в случае дословного цитирования балеткора с тюлевыми юбками. Этот жакет мне понравился по силуэту и принту, но обратите внимание, что он легкий, шерсти в составе нет, только 70% полиэстера и 30% вискозы. У бренда Saint Laurent в этом сезоне была более объемная и структурная модель пиджака в таком же принте, но у них, конечно, были куда более гипертрофированные плечи. А еще подобные контрастные лацканы у пальто и жакетов были в осенней коллекции Bottega Veneta. И еще отмечу эту серию свитеров. Есть еще варианты в полоску, но мне по цветам очень понравились два варианта. Пастельные желтый и голубой. Воротник стойко высокий, но он не полностью прилегает, тем самым не утяжеляя верхнюю часть силуэта. Но при этом модель свитера короткая, поэтому ее нужно будет сочетать с брюками и юбками с более высокой посадкой. В составе есть буквально пару процентов шерсти и ангоры. К сожалению, не весь трикотаж в лайм заслуживает внимания. Например, мне не нравится поло-букле невнятного цвета и фасона, оно никого не украсит. А еще мне непонятна тотальная любовь всех стилистов к вещам лайм с леопардовым принтом. Ранее все примеряли джинсы, жакеты и пальто, а сейчас появились кардиганы. Но и они не выглядят стильно и благородно. Хотя я в целом не противница такого принта, но здесь и состав не самый удачный, и цвета в принте. Спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Я буду рада ответить на все вопросы относительно тех размеров, которые я примеряла, качества отдельных вещей и в целом по поводу сочетаний. В комментариях делитесь, какой из образов вам понравился больше всего и вы бы хотели внедрить его в свой осенний гардероб. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. До новых встреч в новых обзорах!